Нацбанк намерен до конца года реализовать программу оздоровления банковского сектора. Об этом сегодня на совместном заседании палат парламента заявил председатель Национального банка Даниэр Акишев. По его словам, по итогам реализации программы банки, признавшие убыток и обеспечивающие капитал, будут соответствовать всем международным требованиям и критериям. Программа оздоровления – это достаточно широкий комплекс мероприятий, включающий оценку качества активов банков и программу поддержки крупных банков за счет ресурсов Национального банка на принципах обязательного солидарного участия акционеров в докапитализации банков. В настоящее время с банками второго уровня обсуждаются параметры этой программы.